хорошо, когда в интернет есть, да? Ага. В лесу. Шашлыки, бутербродики. Ребенок довольный, мангальчик, да? Ага. Кира мангальчик. Что ты тут червяков жаришь? Это не червяки, мама. А что это? Это, знаешь что? Ну? Пластик. Пластик? Так, вынь его из мангала. Из мангала. А вообще ты любишь что делать? Бегать в дыму? Да. Коптиться? Копченая Кира. Все, остатки роскоши, да? У нас теперь зато решетка есть для мангала. А мама, она уже пожарилась. Вынь ее из костра, не надо туда ложить. Кирусик, ты довольная сегодня? Ага. Как погуляла? А? Не слышно? Хорошо. А ты, мама, довольная? Угу. А бабушка довольная? Думаю, да. Что с нами пошла? Выгуляли бабушку. Да. Накормили, напоили. Хватит. Специальная техника раздувания. Мама, ты ничего не понимаешь. Ушу. Мангальщик Кира. Может, хватит? Да ё-моё! Чё я должна в дыму сидеть? Присядь. Куда? Папа, пересядь с мамой. Логично. Тебе нравится раздувать, я не пойму, вот это что такое? Это же пластик. Пластик в огонь не бросать. Это бумага, пап. А, ну ладно. Факел. Вау. Если будешь выше пояса поднимать, ночью обписаешься. Как? Ну как, когда будешь спать. Примета такая есть. В нашем детстве была. Юный пожарник. Может быть, хватит, остановитесь. Пусть уже затухает, хорошо? А? Ты в дыму стоишь, ничего? Ой. Забыла? Помаши мне рукой. Очередной листочек.
С какой стороны сдуешь, в ту сторону и дым идет, да? Огонь – это твоя стихия. В глазки попало. Все, накаталось.